Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодняшнее видео мы с вами будем делать Таро расклад. Я сегодня буду делать на Таро и я буду делать на Ленорман. Сегодняшнее видео мы с вами будем смотреть такую тему, как общую энергию до конца года. То есть мы с вами посмотрим, что до конца года еще к вам придет, что уйдет до конца года и с чем вы останетесь до конца года. То есть с чем вы останетесь на Новый год. Как всегда, будет три варианта ответа. Я вам предлагаю задать про себя вопрос. Общая энергия до конца года у меня, с чем я останусь, проговорить свое имя, дату рождения и выбрать свой вариант. Сначала по одной карте я вытащу, это будет общая энергия ваша до конца года, и дальше уже будем смотреть. Итак, общая энергия – первый вариант, общая энергия – второй вариант и общая энергия – третий вариант. Подумайте про себя и выберите тот вариант, который притягивает ваш взгляд. Ну что, я думаю, что, наверное, каждый определился, каждый выбрал свой вариант. Давайте теперь смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, смотрим. Общая энергия. Ну, неплохая у вас идет общая энергия до конца года. Я могу сказать так, что, в принципе, те задумки, которые есть у вас, планы, мысли, какие-то идеи, вы знаете, у вас будут появляться возможности. Может быть, вы не успеете все сделать вот до конца года, что планируете, что хотите. Но, во всяком случае, у вас будет такой некий этап, который будет говорить, что все-таки вы на правильном пути. И какую-то часть вы уже начали все-таки делать вот для реализации своих желаний. То есть, что вы действительно сделаете для себя максимально, что в ваших силах, максимально сделаете, что возможно. То есть, у вас общая энергия, она идет такая, достаточно как бы переходит в этап стабильности. То есть вы, можно сказать, какое-то шаткое положение уже прошли. Ну, это вот у вас идет так. Так, хорошо. Что уйдет у вас до конца года? Что уйдет? Финансовые трудности у вас уйдут наконец. Вот как раз у вас и показано. То есть либо вы что-то уже предпринимали, либо вы сейчас предпринимаете, и как раз получается, что вы делаете все возможное. Если вы полагались на кого-то, то здесь однозначно у вас идет момент, что как бы не дождавшись, как говорится, этой помощи, как говорят, обычно 3 года ждут, вот как раз у вас получается, что ваши финансовые проблемы, они у вас уходят все. То есть вы уже не будете вот настолько вот, знаете, как знать нужды в деньгах, что вот трудно, сложно, тяжело. То есть у вас это уходит однозначно, вот эти проблемы. Что придет? Любовь придет к вам. Дождетесь вы наконец. Любовь придет. Причем особенно одиночки очень хорошо у вас показано именно вот ваше вот это состояние, влюбленность, открытость и чувства. То есть если кто-то очень долго ждал, ну, знаете, как может быть уже смирился, что ну все, уже больше мне ничего не светит, ничего не ждет и так далее, то как раз вот вы ошибаетесь, потому что кто-то вас познакомит, либо через кого-то, может быть, вы куда-то пойдете учиться, новая работа, какие-то новые обстоятельства, которые приведут вас к знакомству. Также, если рассматривать, что еще придет, благополучие, достаток, счастье придет, плюс хорошая договоренность по работе, по контрактам. То есть, если вы что-то планировали, и у вас, предположим, не получалось с кем-то договориться, однозначно у вас все получится. Плюс еще у вас идет такой момент, что у вашей жизни вообще приходят новые люди до конца года, которые позволят вам, ну, знаете, как вот максимально
Вот сделать вас счастливыми. То есть появляется в вашей жизни такой человек, который действительно сделает вас счастливыми. Вот у вас идет такой момент. Так, и на Ленорман мы с вами смотрим, с чем вы остаетесь на Новый год. Смотрим. На Ленорман, с чем вы остаетесь? Открываются новые двери перед вами. Ну, посмотрите, человек приходит, и дом свой будет, и брак, и семья, и все на свете. То есть у вас вот прям все радости жизни. То есть здесь перед вами открываются новые дороги. Все-таки вы до конца года, в конце года вы все-таки завершите какие-то проекты уже, завершите какие-то этапы. Однозначно финансовые трудности завершаются. Вы открываете новые дороги перед собой, новые пути, которые вам позволят идти дальше и улучшать свою жизнь. Также вы остаетесь с этим человеком. Вот кто встретит сейчас человека, свою вторую половинку, причем неважно, женщина, мужчина смотрят, однозначно вы остаетесь с этим человеком и даже еще можете и быть вместе, устроить брак. И такой тоже момент может быть. Плюс еще очень хорошо, кто вот если решает вопросы недвижимости, там какие-то проекты никак не получалось, то однозначно у вас этот решится, и вы с этим идете уже в Новый год. То есть в Новый год вы идете, можно сказать, при полном комплекте и в отношениях, и с финансами, и с улучшением вашей ситуации. Вот у вас идет так. Так, хорошо, это был у нас с вами первый вариант. Смотрим второй вариант. Ой, у вас вообще прекрасная энергия. У вас просто прекрасная энергия. У вас, смотрите, в принципе, последние дни, скажем так, до конца года, у вас, знаете, как-то все решается очень благополучно, все решается очень удачно. То есть вы будете наслаждаться, можно сказать, уже и готовиться к празднику. Вот у вас идет так. То есть очень хорошая энергия, которая будет вам давать радость, будет вам давать вот, вот это вот чувство, знаете, как стабильности, покоя, вот благополучия, что вот все хорошо, что вот рядом есть люди, которые помогают, что удачно все складывается. И если даже какие-то этапы, какие-то вот проблемы, но они как-то решаются для вас очень-очень благополучно. Ну вот идет так. Хорошо, давайте посмотрим, а что у вас уйдет? Что у вас уйдет до конца года? От вас уйдет. Сейчас посмотрим. Что я могу сказать? Что от вас уходит? Знаете, у вас идет такой момент, что первое, вы раскрываете кого-то в своей жизни, то есть людей, скажем так, своих недоброжелателей. Это первый такой момент. А второй момент, у вас от вас уходит, знаете, что вот чувство какого-то вот опустошенности. Чувство неуверенности, что вот, знаете, будет такой момент, как вам кажется, вот все, что я делаю, почему-то все идет напрасно, что все идет не впрок мне, что ничего не получается, ничего не решается, но ваша общая энергия-то, она вот она, наполнена, идет полностью. И вот это вот чувство неуверенности, переживаний, вот этих вот болезней, проблем, у вас это уходит. То есть, и причем, понимаете, это будет очень... скажем так, вот тянется, но прям в самый последний миг, самый последний момент у вас все переворачивается. Вы знаете, вот какой-то один шаг, и у вас вся ситуация переворачивается, и вы понимаете, что вы не напрасно чего-то ждали, что вы не напрасно старались, что-то делали в своей жизни ради кого-то, понимаете? И вы уже, ну как бы для вас открывается... скажем так, вся вот ясность вашей жизни, вашей картины. Знаете, то есть если сейчас для вас еще это может быть ну, как-то все спонтанно, как-то все непонятно, смутно, неизвестно, что будет дальше. Но вот в самый последний момент вы понимаете, что на самом-то деле все намного проще, чем казалось. И ваши вот эти переживания, вот эти, может быть, какие-то комплексы внутренние, у вас это все уходит. Так, давайте посмотрим, что придет. Что придет еще до конца года. Придет у вас, здесь смотрите, придет мир, спокойствие.
придет именно вот осознание, вот как раз у вас, понимаете, вот и приходит осознание того, что, а ведь действительно нужно пересмотреть. То есть вы поймете, что не стоит ждать. Вы перевернете сами уже до конца года свою страницу. И вы начнете по-другому совершенно, вот, ну, скажем так, вести свою деятельность, может быть, какие-то позиции, свои действия. То есть вы уже даже сможете немножко и расслабиться. То есть если еще есть напряжение у вас, просматривается, то здесь вы уже сможете немножко расслабиться, позволить себе чуть-чуть больше выходных, предположим. Понимаете, то есть вот у вас идет такой момент. И к вам приходит, вот в первую очередь, приходит вот спокойствие. Спокойствие того, что действительно все хорошо складывается. То есть у вас все удачно складывается, что бы вы ни предпринимали. Но вот у вас идет так. Хорошо, и давайте на Ленорман с вами сейчас посмотрим. А с чем вы остаетесь на Новый год? А с чем вы остаетесь на Новый год? Ну, посмотрите, ну, у вас просто замечательно. Во-первых, вы, если у вас были проблемы с вашим домом, в вашем доме, у вас это все налаживается. То есть у вас вот эта вся ситуация полноценно решается однозначно. Мир, покой, уют, как говорится, и благодать. Это первый момент. Но вот единственная вот эта вот карта, она показывает и говорит о том, что вы с Нового года можете для себя выбрать совершенно новый путь. Вы можете остаться при своем как есть, то есть то, что вы успеете создать и сделать до конца года, вы можете остаться. Но и вы можете начать новый путь в своей жизни. То есть если вас какие-то моменты могут не устраивать, вы можете для себя открыть новый путь, новую дорогу, по которой вы пойдете, уже знаете, как с новыми мыслями, уже все отпустите, уже все вот, как бы создадите вот этот свой фундамент, укрепите и пойдете дальше развивать, либо что-то делать, что-то менять в своей жизни, но уже с другим чувством, с другим настроем, с другими намерениями. Понимаете, то есть уже совершенно, скажем так, другой позиции. С новыми мыслями, которые вот действительно вас будут направлять и двигать вперед. То есть вы, как я вам и сказала, сами меняете, открываете новую страницу своей жизни. Вот у вас так. Так, это кто выбрал у нас с вами второй вариант. Ну и давайте смотреть третий. Общие энергии. Что я могу сказать? В принципе, если рассматривать общую энергию у вас до конца года, все ровно стабильно. То есть вы особо не будете что-то менять, не будете что-то предпринимать, потому что у вас будет такое состояние, как лучше вот оставить все как есть, чем что-то менять, и неизвестно, к чему я приду. То есть вы в своих поступках, в своих действиях будете очень осторожны, очень аккуратны. И вы не особо-то будете торопиться, знаете, как вот рваться, успеть все до конца года, все сделать и все, и спокойно потом отдыхать. Нет, вас вполне устраивает, с одной стороны, ваша позиция, ваша жизнь, как есть сейчас. Вы понимаете прекрасно, что придет, когда время, вы уже будете более серьезно решать вопросы, но сейчас вот энергия у вас до конца года идет именно такая, что вы будете оставлять вот все как есть на данном этапе. Так, хорошо, давайте посмотрим, что же все-таки у вас уйдет. Что уйдет? Но все-таки вы поменяете свое мышление. Вы знаете, вот у вас идет такой момент, возможно, вы просто устали. Возможно, вам настолько надоело бороться за что-то, что-то менять в своей жизни. Надоело как-то все, что-то доказывать, пытаться что-то перестроить. Возможно, что вы просто устали, вам нужен отдых. Но вот у вас идет такая позиция, что отдохнувшие, вы набираете сил, и вы все-таки меняете свое состояние, вы меняете свое мышление, и вы меняете все-таки до конца года свою жизнь. То есть в каких-то моментах.
Причем здесь идет такая позиция, что даже вы сами для себя не ожидаете такого. То есть вот вы поставили себе точку, что все, нет, ничего не будет происходить. А потом для себя резко меняете ситуацию. То есть все равно у вас вот идет такой момент, как вы прокручиваете, продумываете, анализируете, что-то вот размышляете там наперед. И потом какой-то, знаете, вот какая-то мысль, но она полностью перевернет ваше сознание и перевернет ваши все действия, что вы до конца года перевернете все-таки свою жизнь. Причем вы сделаете это очень быстро. Может быть, в чем-то будут сложности, но вы их очень легко обойдете, эти сложности. И если даже и идет такой резкий переворот, но, знаете, он такой мимолетный, быстрый. То есть вы, можно сказать, вот этот переворот делаете, и от этого уже уходите. Понимаете? То есть вот у вас идет так. То есть от вас все-таки уходит вот в первую очередь именно вот то состояние закрытости, скажем, вашей. Вы все-таки начинаете открываться. То есть вот у вас именно вот идет такой момент, что вы настолько сосредоточены на себе, либо на какой-то ситуации, на какой-то позиции, но вы это все меняете. И вот это вот, скажем так, затворничество, одиночество, закрытость, у вас это все уходит от вас. Так, ну давайте посмотрим, а что придет до конца года еще? Что придет? Ну, все-таки ясность мышления придет однозначно. То есть все-таки вы уже будете задумываться, а что же делать дальше. Но здесь, смотрите, идет такая позиция, что, во-первых, все-таки у вас, если даже вы сейчас боитесь менять, но потом все-таки вам придется, то есть все равно вы это сделаете, вы дальше уже, вот к вам приходит все-таки определенность. Может быть, вы как раз и боитесь сделать какой-то шаг, потому что не знаете, а что же будет дальше. Но у вас все-таки идет стабильность. То есть, если у кого волнует финансовая сторона, она у вас улучшается, решается. И уже приходите к определенной стабильности, то есть к полноценной стабильности. То есть, все, что вот для вас было скрыто, неясно, у вас это все открывается, понимаете? Перед вами открывается, можно сказать, другая дорога. Другое мышление, другие взгляды. Люди появляются в вашей жизни, которые вас направят, которые вам подскажут, помогут, дадут какой-то совет, подскажут, как вам лучше дальше действовать. Вот у вас идет так. То есть к вам приходит вот открытость, ясность, стабильность. То есть все то, что вам хочется, то, что вот вы думаете, но боитесь это все, вот знаете, как сделать шаг, чтобы это все получить. Но вы все-таки сделаете. Ну, давайте посмотрим, а с чем вы остаетесь на Новый год? С чем вы остаетесь? Ну, посмотрите, с любовью, с радостью, с деньгами. Знаете, вот у вас идет такой момент, вы остаетесь, у вас открывается ваше сердце, открывается ваше вот состояние, оно открывается все-таки. Радость к вам приходит, какие-то новые идеи, новые возможности приходят. Деньги к вам приходят, вы с деньгами будете. Может быть, вы как раз и боитесь в чем-то рискнуть, но все-таки вы это сделаете на свой страх и риск, и вам это даст удовольствие, вам это даст прибыль, радость. То есть вы вот, наконец, будете счастливы, понимаете? Вот к концу года вот вы остаетесь с этим. То есть если сейчас вот у вас такое состояние, что все закрыто, все угрюмо, и все тяжело, и на душе тяжело, то здесь потом у вас идет вот радость. То есть, наконец, ваше сердце будет радоваться, ваша душа будет радоваться. Понимаете, вот вы опять почувствуете, что это такое любить, что это такое вот радоваться жизни. Потому что у вас все идет стабильно. Вот у вас идет так. Это вот кто выбрал третий вариант. Вот такой вот у нас с вами получился очень интересный расклад. Я вам всем желаю, чтобы вот до конца года все-таки ушло от вас все плохое, все негативное. А на Новый год, чтобы вы остались только с радостью и любовью. И как всегда, подписываемся на канал и пока-пока.